Еще раз повторюсь просто, ошибки тут такие, что мы делаем сейчас форсированный выдох. Форсированный, очень глубокий. Если я запрокинул голову, то мне лучше выдохнуть ваше тело, ну, 400 мл. Потому что еще по градации головы все пойдет туда. Поэтому голову запрокидываем, при этом происходит закрытие пищевода, конечно, там встает, соответственно, полностью не закроется.